народ, я знаю, вы можете получше. Идите, нам нужно хорошее бегите. Название. Если ты такой умный, сам что-нибудь предложи. Заткнись и дай мне подумать минутку. Развлекаешься? Я не что принес ты тут тебе подарок, если тебя это интересует. Надеюсь, праздник удался. Тебе уже удалось прочитать стих? Ты же знаешь, как найти его в пип-бое. Имей терпение. Ты же не хочешь испортить сюрприз, верно? Иди, Джонас тебя ждет. Покажи нам, какой ты умник, Олли. Так как нам себя назвать? Что вы здесь делаете, молодой человек? Я думал, детям на реакторный уровень вход закрыт. Ну, конечно. Пип-бой и все дела. Если ты подождешь еще... Ну что, хочешь получить? Смотритель выдал тебе пип... Ну, что скажешь? Можешь спускаться сюда и стрелять, как... Я бы никогда... Осторожнее, это рат-таракан. Думаешь, сможешь пристрелить его из пневматического ружья? Просто прицелься и стреляй. С тобой все будет в порядке. Молодец! Одним рад... Ну-ка, давайте... Эй, Джонас, сфотографируй нас с охотником на крупную дичь. Улыбочку! Девочек есть разные части тела, верно? И ну когда да, нет, смотрите, что? Мистер Делори, это неправильно. Откровение 21.6. Я есть альфа и омега, начало и конец. Насколько я могу судить, ты абсолютно здоровый 16-летний юноша. Так что да, ты должен пойти в класс и сдать козу. Ну, давай, тебя жду. Доброе утро! Навещаешь отца перед уроками, а? С дороги, дурацкие тоннельные змеи! Я покажу тебе настоящую туннельную змею, Амата! О, господи, Буч! Ну когда ты оставишь меня в покое? Покажи а ей, что Буч! Что ты сделаешь, Амата? На помощь! Побежишь жаловаться папочке? Что такое? Папенькина девочка нюни пустила! Скажи ей! Отдай... Почему я? Ну, считаю тебе как следует! Добавь ему! Ладно, туннельные змеи! Много чести с этой дурой возиться! Как скажешь, Буч, ты главный! Ладно, ладно, твоя... Туннельные змеи рулят! Ладно, пошли! Ты свое в конце концов получишь, сволочь! Итак, все в...
Теперь, когда все добрались до класса, мы наконец-то можем начать. Никаких разговоров и даже не пытайтесь подглядывать. Да, я это вам говорю, мистер Делория. Конечно, мистер Бродч. Если поток остроумия иссяк, давайте приступим. Вопрос первый. К вам подбегает очумевший ученый и кричит. Я всажу свой квантовый гармонизатор в вашу фотонно-резонаторную камеру. Что вы ответите? Вопрос второй. Вы проходите практику в клинике. В кабинет вваливается пациент с раной на ноге, воспаленной от неизвестной инфекции. Инфекция распространяется с пугающей скоростью. Но доктор ненадолго вышел. Ваше действие? Вопрос третий. На нижних уровнях убежища вы находите маленького потерявшегося мальчика. Он голоден и напуган, но кажется, у него с собой краденая вещь. Ваши действия? Вопрос четвертый. Поздравляем! Вас взяли в бейсбольную команду убежища 101. Кем вы хотите быть? Вопрос пятый. Ваша бабушка приглашает вас на чай. К вашему удивлению, она дает вам пистолет и приказывает убить другого жителя убежища. Ваши действия. Вопрос шестой. Старый мистер Абернатти снова заперся у себя в комнате. Вам приказали извлечь его оттуда. Как вы это сделаете? Вопрос седьмой. О, нет! Вас облучило радиацией. У вас из живота выросла третья рука. Какой лучший способ лечения? Вопрос восьмой. У другого жителя убежища 101 есть первый выпуск комикса «Грогнак Варвар». Вы очень хотите его заполучить. Как лучше всего завладеть им? Вопрос девятый. Вы решили подшутить над отцом. Вы вошли в его личную уборную, где никто вас не видит, и... Вопрос десятый. Кто, без сомнения, самый важный человек в убежище 101? Тот, кто защищает нас от суровой атомной пустоши, кому мы обязаны всем, что имеем, даже нашими жизнями. Отложили ручки, господа. Время вышло. Это и есть знаменитая коза. Уверен, большинство из вас справилось без проблем. Что же до остальных? У ремонтников всегда дефицит кадров. Уходя, не забудьте сдать работы. Даже не спрашивайте, что случилось с теми, кто не сдал козу. Остаток дня у вас свободен. Можете праздновать или молиться. В зависимости от ситуации. Вот, мистер Бродч. Надеюсь, у меня все получилось. Надо же! Ну надо же! Мне уже по... Да, хорошо, что... Сгинь с глаз моих! Отвали! Жду вас завтра с утра пораньше. Проснись! Давай, просыпайся! Я не смогу всегда быть рядом и держать тебя за ручку. Давай, просыпайся! Тебе... Ты не понимаешь? Твой... Встретимся у двери в убежище, если у меня получится.
проклятие, опять тараканы! Снимите это с меня! Помоги мне! Моя мама одна в комнате с тараканами! Пожалуйста! Сюда! Офицер Кэндл! Что такое, а? Боишься вида собственной крови? Нет! Говорит смотритель. Всем жителям убежища 101 просьба оставаться в своих комнатах. Нападение рат-тараканов под контролем. Не чините препятствия службе безопасности убежища. В каждом, кого обнаружат вне помещения, будут... Что только не тараканы. Знать, как со мной связываться. Всем жителям убежища 101 просьба оставаться в своих комнатах. Погоди, мальчик, я только хочу тебе кое-что сказать. Нападение рат-тараканов под контролем. Не чините препятствия службе безопасности убежища. С каждым, кого обнаружат вне помещения, будут разбираться. Хорошо, что это я тебя нашел. Остальные бы тебе это с рук... Не знаю, что у тебя на уме. Очень жаль, что все так. Только не тараканы. Эй! Он тут! Смотрите, всем жителям убежища 101 просьба оставаться в своих комнатах. Нападение рат-тараканов под контролем. Не чините препятствия службе безопасности убежища. С каждым, кого обнаружат вне помещения, будут разбираться со всей строгостью. Эй, он тут! Бегом сюда! Бегом сюда! Офицер Кэндл! Говорит смотритель. Всем жителям убежища 101 просьба оставаться в своих комнатах. Нападение рат-тараканов под контролем. Не чините. С каждым, кого обнаружат вне помещения,
пожалуйста, только не тараканы. Мы должны вернуться в свои комнаты. Это же наш единственный шанс, как ты не понимаешь? Мы уйдем отсюда прямо как доктор. Я никому не позволю нас остановить. Это я! Том Холден! Осторожно! Каждым, кого обнаружат вне помещения, будут разбираться со всей строгостью. Нет! Это все. Здесь ничего. Это твоя вина. Твоя и твоего глупого отца. Что, ему так нужно было взять и уйти? Нужно было всем все испортить? Я уже сказал. Я ничего... Смотрите, попался. Стой смирно и терпи. Ну давай. Еще хочешь? Ну что, нравится, ублюдок?